Глаз отсюда скидывает. Так что я не рискуйте лучше. И мы все снимаем. Как бы без проблем, это просто... Нет, так а мне ведь надо как-то посмотреть. Да-да, нет, все в порядке. Я о чем говорю? Просто они тут лазят без разрешения, я поэтому... Нет, я ведь... Мне ведь надо как-то попасть-то. Да, смотрите, я... пожалуйста. Вы сможете мне, знаете, организовать доступ, если человека не будет? Можем. Я могу да-да. Вам, если вы меня пустите... Нет, нет. Конечно, их, ты их, конечно, не пустите. Надо. Вы посмотрите получше, то есть снаружи и потом ко мне зайдете. Хорошо. В общем, точка крепления как минимум одна есть. Вот эту точку снимаем. Нет, я ее сниму. Нет, она остальная предстоит. Сверху, если потом сюда лесенку поставить, сверху, можно. Сверху очень хорошо все это будет видно. Тоже не мой вопрос. Нет, я все сфотографирую. Водички попьете с червями. Так что я не попью, да? Нашу голову. Один краше другого. Блин, по двору ходит. Это другой разговор. Надо так писать. Аспект воспитания. Ну, вот что сделаю. Это они создали по мне не электрические. А это, наверное, не то. Так, давайте сниму. Угу. Снимай все. Сниму Я все думаю, что две створки. Давай нижнюю. Правая зацепка. Так что все крепится. Вот как бы она подходит к утверждению. И непонятно крепко, ну как бы, несущая это крепление.
Вы имеете в виду треугольничек? Да. Такой. То есть треугольник — это конструкция, крепится к этому каркасу. Стойка. Вот. Это стоечка крепится к каркасу просто. Вот оно. А что, стяжку не делали здесь сами? По-моему, это родная твоя стяжка. Которая? Вот это. Нет, вот это я и говорю, что спрашиваю. Потому что это как-то подтяжка оказалась. Укрепление. Это-то забуриться можно, я почему спрашиваю, делаю. То есть прямо в пол получается, да? Вкручено. Ну, в плиту, да. Она да, не снизу, совсем в плиту, снизу, она подтяжка оказалась. Снизу посмотришь. Юрист их полез. Наверх. Вот я так по определению сюда все это делаю. Вытел пешек, видеосъемка до этого, что никаких проволок не было. То, что он недавно производил монтаж и монтаж, это не снято. Нет, дано заявление, что в милицию. Ну, я понимаю, ты тут свежих, не свежих, она нет. Не дали же, что не снимать, да? Нас. Нет, так. Но нас есть видеосъемка. Я снимаю эксперта. Не надо эксперта снимать. Тебе дал, это эксперт может снимать. А тебе дали разрешение снимать эксперта? Вы не трогайте, пожалуйста. Вы нашу камеру трогали, мы трогаем. Я вашу камеру не трогал. Трогал? А вы кто такой? Вы кто такой? Представьте, пожалуйста. Меня Сергей зовут. Сергей, что? Вам это что-то дало? Нет. Руку уберите, пожалуйста. Никто, я не знаю такого Сергея. Руку уберите, пожалуйста. Сломайте камеру. Я не прилагаю сил, мне не нужно ее ломать. Уберите, пожалуйста. Убери, выключи камеру, не снимай. Тебе кто дал право нас снимать? Убирай камеру. Тебе кто дал право нас снимать? У тебя есть письменное разрешение от прокурора или от суда решения суда? У тебя денег не хватит меня снять? Конечно, ты меня не снимаешь. Вообще тут не надо меня снимать, но это Викторинчик, убери камеру. Убери, пожалуйста.